Да это не меняется. 10 лет такой, такой же самый ассортимент. Собирать. Хочу такое кресло, потому что на работе они похожи. У тебя такое кресло на работе? Да. Да ты буржуй. Да уж. Да буржуй есть. Вон, бери, бери вот такое. А для Феррари? А, вот этот же, блин, как там? В этом сидит пропоится этот видео, что давай. В Европу поехал. Не. А, этот не Федор? Не. Не. Этот, кто там? Блин, этот, ну... который в Афгамине? Да, 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 да. Я не помню, как он. Какие... В Евросоюз когда поехал. Да они все блогеры на таких, они рекламировали. Да, у него подписчиков там, наверное, свыше 500 тысяч. Нет, это жестковато. Это песочек, который есть, если это вот на банк, у нас внутри, да, что там, прикольно. А вот они, по-моему. Да нет, такие самые. О, вон. Пушку, пушку, Аврим их. Пушку-пушку название. Чего название? Пушку-пушку. Ну вот это просто получше. Наполнение чем? Гранулами? Да, наверное. Мягкие такие. А сколько оно стоит? Блин, там... 100, по-моему. А, это маленькое. В прошлый раз, когда были, акция была им. Такую же купить вообще хорошо. У них цены вообще порой не поймешь. Ну вот, смотри, такие вот здесь. За 209. 37 это что? Ну вообще вот это стоит же, я скажу. Так, на один раз. Да. Два человека. А лет светильники там дешевые. А что, пацаны? Это уже побольше. Это четырехместный параплан. Каждый встает на ногу. Привет, взлетаем и перелетаем. Да, такой. Да здесь как бы не очень. А? Был 300 рублей. У нас тоже продаются, они хотели взять. Но они вот тут вот с дырками. А, и тонкие. Я помню, сел в нее. Да здесь, наверное, тоже тонкие. А вот здесь они. Нет, там просто смысл в том, что здесь. Там просто такие полосочки. Ну, сядешь туда, начнешь вставать и задницу прищелишь. Да. Вот что нам надо дурить. Смотри, какой холодильник маленький. А, мы хотели купить эту фритюрницу, блин, эту Нольфе, где есть, там да. Сухая.
Ну, то есть без... без... Турбопечка или как там? Да, ну как... Вот, в деревне как раз такой стоит. Ну, немножко, наверное, поменьше, но он... Смотри, какая водичка. Подвал хотели подставить. У них единственное, что не совсем здорово, мало вот этих вот. То есть, если бы они как слоями были, то получается... А, понял, да. Это самое. Ну, экономично разложить там трудно. То есть, либо там большую сразу кладешь, не знаю, там, свинью разделал, да, и туда же там... Лося. Медведя. А когда мелочь такую, там уже все-таки какие-то... Как не смотрели, как... Больше. Да, не подходит такой. Маловато. Да это не такой магазин. Это просто... Терка для картошки есть. Не помню. Не видно, точнее. Надо брать. Это тут всего понемногу, там, чтобы там очень качественно или что такое. Жопа должна большая быть. Вот наша. А вот это. Швабра маленькая. Ну, у нас побольше. Так. Ну тут уж по габаритам нужно подобрать. Такие, как у нас сейчас, такие денежки, такие прикольные штуки. А вот темный денежек. О, обои. Обоим минус 40, а дом минус 40. Да, это в другом магазине, наверное, но просто. О, фото. Пирогели. Алин. Пирогели не ноль. Здравствуйте.
Алин, тут забегаловка есть. Так и супа, наверное, здесь есть. Вот здесь можно поесть, если что. А что? А сейчас может есть? Шальти борщай. Там было гендерабалды, но тачка неплохая. Они для свадьбы. Тут их много стояло раньше. Ну, мебели здесь много. Максима есть. Норфа. Китайский магазин. А вот еще одна машина. У столба можно нянчить. Оставляем Авримаса здесь. А вот одна еще машина. Да как-то места, по-моему, у меня больше, нежели здесь. Для тебя тут мало места, по-моему. Посмотри, сколько тут вообще ничего нет. Я имею в виду, что здесь ездит какая-нибудь водитель и охрана. И здесь даже, так сказать, наклонить назад нельзя. А смотри, места сколько вообще нету внутри. Нормальное явление. Раньше люди маленькие были. Да, у нас. Они реставрированы. И почем это топливо для народа? Ну, это звонить, наверное, нужно. Сделано прикольно. Да тут вообще вот есть отдельная вообще печечка. Здесь еще не взяли трубу, сломали все. Да, трубу сквалды. Да все равно выглядит прикольно, конечно. Отлично выглядит. Мы в эту максимум не пойдем тогда? Ну не пойдем. Как по мне, так в Акрополис там ничего интересного. Нет, мульти всякие. Что вы мне говорите? О, как смотри, острая паприка с мясом есть. И рыба с говядиной причем. Смотри, вторая пицца такое. Где? А что это? Это острый суп с говядиной паприкой. А, тесть, ты готовил суп. Да. Дома такой готовили.
вот, ты попробуй, то есть. А вот это чего? Это у меня там непонятно ничего. Да, это какая на сегодняшний день. Чего осталось? До вчерашнего дня? Да. Короче, я буду холодный голос. По-любому. А вот еще ничего, наверное, больше не будет. Нет. Она не пишет бесплатно. Хватит, ты записывай. А есть цезарь? Цепелины? Макарони. А сок какой-то или да, что такое? Вот, здесь можно. Так, посмотрим, какой салат. Традиционный, греческий. Ну, дорого, салат у них. Ну, килограмм будет. Да. Да что ты можно одну шашлык? Нет, ну это большую надо. И опять шашлыки останется. Нет, нет, давай только сюда пойдем. Тогда этот острый будет. Он очень сильный. Не знаю, мы здесь не пробовали. Если только вот это так в Шалтиборище никогда так не попробуешь. Да, попробуем. Не, пускай сейчас это. В Шалтиборище везде есть. Поедем в эту черную лужу. И Шалтиборище дома можем сделать. Да. И вообще... А что там? Да ничего вообще тут. Вообще нет? Да, херня вообще. Есть, наверное. Да у тебя в сумке пиво. Нету сумки. Нет, я имею в виду там попить. Или, о, вот это можно было. Как раз вот программа. И крепить. Две. Или четыре. Вторая бесплатно. А если четыре, это уже не вторая. Если полметровую сейчас брать, вторая бесплатно. То есть одну полметра берешь, 2 метра бесплатно. Так будет вот это острое с хлебом чесночным. Да. Так это, наверное, нам и жарит. Они еще не знают, что это такое. Ничего. Сейчас кофе будет не то, что. Хороший мальчик. Эй, нет. Всем привет на моем канале. Да, всем привет на моем канале. Который острый или? Острый. Нормально. Нормально острый. Или много острый. Не слава острый. Пауза на моем канале, буду кушать. Красота. Руки в брюки, вот джинсы покупай. Так он же растет интенсивно. Ну, они-то будут слишком большой пиджак.
А какой размер? Тут сколько у него? 134 сейчас. А, тогда еще. 12 сантиметров. Ничего, нам школу покупали. На 3 года? Ну, да, у нас на 5, по-моему. Да. Ну как, темно. Тут какой-то... А, так. Ну, школу, по-моему, по 12, класс, за 6 лет. Скажи, что ты все в одном ходил. Сразу с расчетом на то, что вырезать. Да я почем знаю. Ну есть на вид. И не такая уж маленькая. Такое здесь? На 32 сантиметра. Да это по... Если что, можно так повесить на руках. На руки растянутся, будет нормально. Ну, в комплект. Вот такой вот. Вот такой вот. Да, сразу комплект. Да, ржавые ключи неплохо выглядят. Почему я здесь? Да, это здесь. Бейхап. Можно взять, попробовать. Энергетик, ага. Альбом. Буханка. Что ищешь? А? Тесто, например. Что? Да. Нет. Нет. Вот, да, этот. Ажирагис ты какой-то. Ажирагис. 23 декабря, что ли? А Козерог 23 декабря? Да я почем знаю. Чего здорово. Дивиз Манрейка. Дивиз мне надо. День субботы твой. Раньше надо было взять. А в Риме всегда пиво находит. Везде. По 20 рублей вообще. А слушай, вот смотри, это эти самые. Где? Слушай, смотри, эти камушки в разрез. Где? Во. А, кстати, да, может, так в разрез им взять? Они там с грецкими орехами вкусные вообще. Да. А этот все отличный. Отличный.
А ты как все понимаешь? А, это написано, да? Блин, да думаю, как да, она так... Понятно, если видишь... Да нет, я не, как-то не обратил внимания. Думаю, как же она так быстро догадается? Понятно. Черная бухгалтерия. Вот Самалис. Про ремень забыла. За ремень сейчас пойдем. Да так не пила. 25 евро уже. Еще не конец. 28. А всегда так было? Еще добавит общий вес. 3 килограмма 192. 30 евро 3 килограмма. Да. За килограмм 10 евро.